Чебоксарская городская детская больница номер 3 стала участницей всероссийской благотворительной программы «Мир без слез». В ее рамках детские медицинские учреждения страны получают необходимое оборудование и лекарства. Но не только это нужно детям, им важно хорошее настроение, надежда и вера. А сегодня в детской больнице настроение юным пациентам создавали любимые персонажи из детской передачи «Спокойной ночи, малыши». Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Вы что, больны, что ли? Утро у маленьких пациентов Чебоксарской детской больницы было особенным. Вместо врачей в белых халатах и больничных процедур – настоящий клоун с гитарой и трещоткой. Посмеяться, повеселиться, потанцевать и даже достать ногой до носа смогли ребята, которые пришли на этот праздник. Так, покажи так. Вот, как тебя зовут? Ваня! Аплодисменты Ване! Увидеть своими глазами настоящих героев передачи «Спокойной ночи, малыши». Об этом мечтают многие дети. Желание маленьких пациентов осуществилось. Прямо с голубых экранов к ним сошли родные герои – Хрюша, Степашка и Каркуша. Кто любит змея? Я! А зимой в горке кататься? Я! А летом в речке плескаться? Я! А с Хрюшей в лужу валяться? Нас переполняют, и не каждый день увидишь Степашу, Хрюшу, Каркушу. Меня ребенок очень любит, и вообще это герой моего детства. Ну, хотелось бы, чтобы таких праздников было намного больше. Но это вообще позитив для детей, которые болеют. Когда дети реагируют непосредственно, они, видите, как реагируют, и довольны, и смеются, и отвечают на все вопросы, то это совершенно другое ощущение, чем ты когда смотришь просто в камеру и говоришь. Такой праздник для ребят и их родителей стал возможен благодаря программе «Мир без слез». Она действует с 2003 года и носит адресный характер. За это время около 90 больниц, детских домов в более чем 50 городах России получили денежные средства на приобретение медицинского оборудования. В Чебоксарах такая акция проходит уже во второй раз. 3 года назад одно из медицинских учреждений получило переносной аппарат УЗИ. Теперь же у детской больницы номер 3 есть аппарат для проведения искусственной вентиляции легких. Аппаратура, которая у нас имелась, она, конечно, есть, но ее недостаточно. И вот ту, которую аппаратуру сейчас нам закупил банк в рамках благотворительности, она нам очень необходима. Эта благотворительная программа помогает улучшить качество и доступность медицинской помощи. А самое главное, дарит маленьким пациентам мир без слез. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика.